Алло, фрики, здорово. Ну и мусор. Корабль, кстати, ни разу даже этот. Ну хотя, кстати, пятилинк с хорошими статами. Мусор. Корабль ни разу не привез даже хаос ебаные. А есть смысл отправлять без фейворит хуйни? Есть вообще смысл какой-то в этом? Он реально сидит в лиг механики, так вон, смотри, что меня нам не насрало на первом акте. Ну и на первом, на актах просто. Наверное, стоит продавать эту хуйню уже. Ну, нормальная тушка. Надо только придумать, какой мне пятый линк взять. Fire Resist. Ну, Firehouse, наверное. Пукну сюда. Ну, я для респека вчера перед сном Астраментис за 40 хаосов купил. Он сейчас 80, инвестиция нормальная. Что, мне есть смысл Астраментис напялить? Как будто бы нет. Нахуй мне он нужен сейчас? О, аккуратно 3500 так. Ну, похуй, можно с Астраментисом побегать. Только надо резать где-то. Так непривычно, что мапа сразу открывается и нет ебаного окошка Некрополиса. Блин, кластера бы уже начать крафтить по-хорошему. Вообще нечего качать. Купил себе вчера Астраментис и Молтен Страйку в Зенис. 10 квалити. По хаосу вроде проебал не зря. Астраментис, конечно, веселые цифры стоят. Ну, я знал, что он подражает. Ну, дэмэджа пиздец, конечно, убил, да. Я босса, ну, за пару хитов всегда убиваю на мапе. Как будто я на Хиггсбласте. С рарниками бывают проблемы. А так вроде все заебись. То есть, вот там я сколько, 2 хита по сердечку дал, чтобы оно и кидануло. Чё, продать за 3 дивайна Unnatural? Да похуй, наверное. Мне что-то кажется, просто он вырастет к концу дня, а мне эти 3 дивайна сейчас не на что тратить. А нельзя, друг, ну нет меча на фрактуры или на нормальные базы. Я же не буду брать базу с 1.2 АПС. Там зениту нужен нормальный атак спид. Там есть еще одна база с 1.45, и... ну надо будет посмотреть. В целом на ней тоже можно взять, если 3 копейки будет стоить. Для кластера все равно еще нужны и так далее. Охуй, пока бегаем. Бля, ну ДПС, конечно, забавный. Кластера самыми дорогими. Хуй знает. Мне кажется, базы не сильно дорогие такие будут. А вот скрафтить надо будет посмотреть, как они крафтятся. Можно на 2 нода взять поначалу. Посмотрим. О, еще один пятилинк. Пятилинки сейчас что-то стоят вообще, интересно? Как будто бы могут. Сколько хаосов стоят. И хаос надо выковырять. Что-то один ритуал скроем. Ебало око, представили? Ебучее пое, кстати. Я все время плюс-минус нормально спал. Ну, я рано просыпался, да, бывало часто. Но спал именно я нормально. А сейчас, вот сегодня мне приснилось, что у меня, блядь, какая-то черная вдова нахуй укусила. Какой-то ужас. Что за пиздец? Ну, мап сустейн по ощущениям значительно лучше стал. Я не знаю, мапок сыпет пиздец. Это из того, что они, скорее всего, сделали этот... что с лиг механики теперь выпадают тоже мапы с любой. Ну, мап прям очень много. В прошлой лиге ты побирался, а сейчас, ну, нормально. Я вот думаю, стоит ли мне вот в это выходить? Да, наверное, да, почему нет? Хотя еще по ощущениям такой сустейн мап, что как будто бы похуй даже. Иллюзия, да? Понял. Ебать, рейдж быстро улетает, конечно. Ну, как будто бы похуй. Господа зрители, мое дело только вам напомнить, что каждый человек, который по той или иной причине, посмотрев данное видео, забыл оформить подписку на канал, написать комментарий и поставить лайк или дизлайк, автоматически, без каких-либо шансов на реабилитацию, будет занесен в данный список. И поверьте, места тут хватит точно вам всем. Напоминаю, мое дело только предупредить. Вы уже решайте сами для себя. Ай, снова 30 плюс хаосов. Ну, я про это и говорил, ее саму надо выбивать. Ну, потому что спрос большой очень. Самая распоршенная билка альт. И проблема в том, что билд не может без этой абилки. Большинство билдов могут с дефолтной побегать, а основа не может вообще.
Амулет на основу 175. Так он всегда дорого в начале стоил. Даже не из-за этой лиги. Iron Fortress ебаный, 1.5-2 дивайна, это забавно. Но пока нет меча, мне похуй, как будто бы на то, сколько Iron Fortress стоит. Блять. Ну вообще я думал, Сандер будет значительно хуже. Пока расчилка пиздец на Сандере. Но мне кажется, к хайтеркар там я дерьмо начну нормально так жрать. Ну, надеюсь, там я уже респект. Бля, ну я ультиматумом занимаюсь, вы кто нахуй такие? Рарити, прайт, аура, эффект. Ну, кстати, прикольное кольцо, ну такое, плюс-минус. Вот рехаус. Да пошел нахуй, Ваган! Пиздец. Так, все, хватит. Хаоса я заберу. На мне 5 руины уже. Прикольное кольцо. Pride Aura эффект. Rarity. 100 лайфа. 40 резистов. Вообще прикольно. С флатфизу их хуй знает. Бля, кому-то нужно за 2 хаоса кринж кольцо. А, тут аккураси, кстати, еще. Как раз под этот билд. Ох, это 2 хаоса. Топ ставь за 10 дивайнов. Какие же вы фрики. Я вот думаю, есть ли мне смысл край, может, на автомейшн поставить? Там же есть, по-моему, альтернатива автомейшн для краев. Чё там, или там нас? А чё тут никто нихуя не делает? Всем похуй или что? Денег? В смысле казна, блядь? Я им несколько тысяч в казну. В смысле опустело? Я им несколько косарей в казну засунул. Там 10 тысяч в казне воевали. Ну ты... Казна, нихуя себе. О нет, блядь. О нет, насрало. О нет, насрало. Нет, вот у них самулет. Хуёво. Похуй. Ладно, мне в этой лиге фул похуй. Я даже не буду думать о целесообразности данной покупки. Очень хороший ролл просто. 119, я думаю, оно не будет сильно дешеветь. Хуёвые роллы будут дешеветь, а топ-ролл, я думаю, вряд ли. Так, это тогда я убираю. Ну, мне осталось только с вепоном разобраться. Дальше уже посмотрим. На первой неделе лиги онлайн меньше, чем на Поврс. Так я только подрубил, а там все стримят до сих пор. Ну вообще, да, с этой хуйней забавно. Меня, знаешь, меня бесит Поя из-за ебаной конкуренции. Ну то есть в Доте я ни с кем не конкурирую. Вот максимум, с кем я конкурировал в Доте, это когда большой турик был, у меня онлайн падал. Все. А в Поя, блядь, если дохуя людей стримят, и ты подрубил последний, то у тебя будет насрано в онлайн почти всегда. Такой бред ебаный. Как же головач? Да у меня с головачом особо аудитория не пересекается, по ощущениям. Я же вижу, у кого смотрят мои зрители, там статистика есть, и там головача нет в списке вообще. Приколы на дубе были, да. Но я его размансил мощно плюс жестко. Подружилась. Андрей также сделал. Я сильный духом, я его мансил с третьей попытки где-то. Там же надо было, чтобы тебя краем не задело. Если краем задевает, игру крашит. Я его как-то размансил по углам. 8 мс, ну хз, я на липслэмах передвигаюсь, мне эти 8 мс нахуй не нужны по ощущениям. Я так и не понял, заряд баннера за один хит дается раз в какое-то время, или как это работает вообще? Бля, Брамбл Воли такая ебаная карта, ее не удалили, она как будто каждую лигу есть, и каждую лигу заебывает тебя очень сильно. 250 глубины кто-то прокопался, ну, вообще нехуй делать что ли, выебануть? Надеюсь, это тот же чел, который 65к в прошлый копал, он там решил не вылазить из шахты в принципе. О, приехал кораблик, сейчас чекнем, что там. Блин, ну классно сделано, но сама механика время, я хуй знает. Мне как-то оно не сильно нравится. Но сделано прикольно. Меня бесит то, что я на мапе нахожу ресурсы, и их еще надо 3 часа копать. Вот это вот пиздец какой-то. О, топор как у меня. Хорошие статы. Я думаю, пару хаусов должен стоить. Не, упал в цене. Хуёво. Кораб на Сира удалили, да.
Ну, по состейну мап у меня пока хорошо. Я не знаю, лучше, чем в прошлых лигах по ощущениям. Ну, то есть, я не сказал, что я лечу прям сильно в красные карты, но у меня их дохуя. То есть, у меня всегда в инвентаре есть несколько мап, которые можно закрать. Не как раньше, то, что ты бежишь-бежишь, упал вниз в самый. Ой, блядь, что бы еще взять? Мне уже реально качать вообще, блядь, нечего. Просто нечего качать. Просто нечего качать. Вот сюда можно спуститься в целом. Это взять. Это. А, ну форточку можно взять. Микрополь у меня, кстати, не закрыто, это нормально. Urbo Fun Making 1. Чё-то насрано, пиздец. Заметили, чизили как будто ноль вообще. Три штуки за все время. Так мало. А, три четверти были потеряны. Ну вы что, долбоёбы, блядь? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Шторм, блядь. Поняли? Шторм. Бывает такое. Ну, шторм ебучий. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Блядский шторм. Ну, три четверти было потеряно. Ну а что, блядь? Ну три четверти было потеряно. Иди нахуй. О, еще один порт открылся. Crimson и Iron и Wheat. Давайте сюда теперь плавать. 10к отправим туда, провиант. Аукционом нет. Я хотел вчера через аук продать, в итоге там как-то насрано было, я забил хуй. 60 челов может быть, нихуя себе. Ебать, пятая лопата. Ого. 200 в час? Ты кто нахуй? Ты кто? Кто ты, блядь? Ты кто такой? Какое, блядь, 200 в час? Сумасшедший. Ты бы сколько брал? Я бы на его месте в рот брал. Что это, блядь, за цены? Блядь, цены. Рандомные пояса. А сколько уже респект стоит, интересно? 3700! Ёб твою мать. Ну, это за одну мапу голда, по факту. Где-то. Ну, так-то это дохуя. Алло! О! Не-не, здорово. Короче, Natural Instinct я забил хуй за 3 продал сегодня. Норм. Ну, можно норм, было норм дороже продать. Ну, похуй как бы. Зато я купил себе балэмболы 2. Какие? Для респека. Купил себе Астраментис за 40 хаусов вчера перед сном. Он сейчас 2 дивайна почти стоит. Мажор. Полтора. Сколько он? 120 хаусов стоит еще. Угу. Вот. И купил себе тушку. Топрольную. Я думаю, такая... А таких вообще на маркете нет. За 3 дивайна есть на 114, а у меня на 119. Это One of Perfect. Поэтому я собой горжусь и драчу мапы. А ты что делаешь? Ты акты закрыл? Да, я уже на Т6 мапках. Нихуя себе ты. Сколько закрыл мап? 15 пока что. Чувствуется, что состейн получше стал? У меня прям дохуя мап падает. Я не знаю. Ну, мне похуй пока, я не знаю. Блять. Чата, есть какой-то мастери на иммун к физрефлекту? Чата, есть какой-то мастери на иммун к физрефлекту или нет? Как будто бы нет такого мастера. Я первый раз на эту ловушку ебаную попался. Но я, наверное, скипаю мапу просто на похуй. 60%, а у югла сколько? А где мастера? Физе? А у меня физа где? Вот. Бля, и что я буду? Я не буду 2 респект-поинта на это тратить. А это нормально, что тут ни одного физмастера нет? Ебать хуйня. Норм. За голду, там 3700 голды респект стоит. Да в пизду эту мапу. Слышишь хуй у тебя физ... Ты про поинты? Да. Я 10 поинтов спиздил. Понял. Не, в пизду, я не буду респекать 2 поинта. Мне потом 30 респект-поинтов надо будет, я лучше оставлю. Пиздуй, тут Т5 мапа вонючая. Поебать меня. В целом можно было бы взять, чтобы вообще на рефлект забить, но как будто бы похуй. Что, как тебе билд твой? Мне охуенно играется на самом деле. Но я респектнуться хочу все равно уже. Ну у меня много урона, я довольно быстро, и у меня все вроде заебись. Дохну я только от какой-то супер надутой хуйни. Ты не нажрался? Да не, я тут респектнулся, но в эти двойника взял, гем взял, петелинг нашел. Заебись. Ну типа сойдет. Все равно еще там ДП не нужен. Амулет нормальный и намазать. Ты как, говном, кстати, себе качаешь атлас? Я вообще не качаю.
смысле? У меня 15 поинтов, я не знаю, что качать. Ты ебанутый? Я не знаю, что качать. Сука, фрик. Что качать, кстати? А что хорошо? Ну, там от билда зависит. Если у тебя билд, ну, не прям фул дерьмо, я бы направо шел через синдикат. Там экспы насыпает ёбнуться. Синдикейт. Открой стрим, я тебе покажу, как я раскачиваюсь. Там давай, в целом похуй. Сейчас, секунду. Ну, Т2-рез фрактурный. Может, что-то придумаю, пусть будет пока. У меня типа... Вот, смотри, видишь? Я тут внизу через синдикат прошел, но у меня спавнится очень часто из-за этой хуйни. Тут можно еще какие-то ноды на него взять, но мне пока впадло. Через мапки, ага. Вот, и потом просто наверх. Пантеоны, я не знаю, я даже не выбирал, мне так похуй. Я бы от дота взял, я заебался от поизона вытекать. Надо будет поменять. Ты себе этот... Я еблан, я забыл, что я хотел спросить. Ты сумасшедший? Да, да. Да. Ну ты думай, Андрей, думай. Так я в голове себя спросил, и все, мне дальше... Ответить забыл, да? Бывает такое, Андрей. Сука, фрик. Похуй. Просто уже. Ну это классика. Давай, Андрей, делать. Не будет. Сегодня не будет такого, правильно? Не будет. Очень жалко, я очень жалко. Ты корабли отправляешь? Да. По КД, да? Что-то интересное было хоть раз? Нет. У меня вот кроме Нэчерла только, наверное, Питилинг, который я сейчас ношу, и все. Мне в последний раз сказали... ну у меня Питилинг тоже, да. Вот. Мне в последний раз сказали, слушай, ну, блядь, корабль попал в шторм, 3/4 твоих ресурсов выпали нахуй. Извини. Им там просто лежит 2 шмотки. Это пиздец. Я им сейчас отправил 10 тысяч ресурсов, я не знаю, что они мне скажут на это. Ты грейдил город? Я там загрейдил город до 6-го, там такое начинается. Там твари 200 голды, просто один хуесос 200 голды в час берет зарплату. Реально, не фейси. Но это с 6-го уровня, у меня один такой тут. Но они дрочат быстро очень. Ну у меня ебланы сейчас, наверное, уже не поебарится. Кстати, да, надо казну пополнять. Ну там сейчас голды на мапах вроде много дает, у меня 70 тысяч было, пока я не пошел, не проебал все. У меня 23, я где-то 10 проебал на топорике. Так а что, купи себе просто, ты с топорами все еще? Я уже заменил на этот, на даггер. А у меня вопрос. Вот у меня сказано в билде, не респекайтесь, пока у вас нет Notable on 3 хардсикера. Так. Я не могу его, блять, найти. Где если это он вообще? Сверху, это на криты. Ты кто вообще? Я этот, Slayer. А реально, где хардсикер? А, ну вон он. Где? Право. Право, ровно напротив рейнджерки. Нот на криты синий. Ну ты, блять, ровно напротив рейнджерки, почти в конце дерева справа. Тяжело? Да. Тяжело. Почему они просто не наводят, блять, где скилл, если есть? Это ж тупость, ты просто вписываешь ебаный скилл. Ну потому что ты когда бегаешь. Вписываешь, у тебя много может подсвечиваться. Нет, как-то. Ну если именно один вариант. Только. Ну ты дохуя хочешь, очевидно. Ну это, ну, невероятно, наверное, сложно сделать. Ну когда один, лет. Ну с какими-то условиями, действительно странно. Ну, им надо просто более явную подсветку сделать, как в побе. Вот в побе там красным кругом обводится, там хуй его не заметишь. А, вот это и хуйня. Да. А. Она у меня просто взята и вообще не видно его. Увы. А идите нахуй. Это пиздец. Ну реально вообще, ну охуеть. Ты когда максимально отдалился, вообще не видно реально. Оно ж там еще светится, когда ты взял мастер. А нет, я сосал. Я не сосал. Не сосал, стой, Андрей. Не сосал. Без вариантов. Да не. Что в игре не происходило, шансов у тебя нет особо. Короче, не сосал. Смотрит, бля, телеперчатки, пиздец. Бля, друг, ну что, ну ты заеб... Сри, май бэд. Бля, ну ты долбоёб, ну что не так? Что нахуй не так с перчатками? У них же нормальные роллы. Что, блядь, не так? Ой, иди нахуй. Я... Блядь. Андрей. Заказал шаурму за 330 гривен, блядь. Ого. А ещё... Взял какую-то ассорти, еще нахерачил туда почти всех добавок, которые были. Ананасов только не положил, думаю, я бы умный. Когда приедет? Не знаю. В 14.20. И скоро уже должно. Через минут 10.
если верить доставке. А, мне в чат писали, блядь, скажи что-то про черные дыры. Чат ваши языки. Да, блядь, не слушаю. Ну, кстати, я смотрел вчера видосик. Пощады! Что? Смотрел вчера видосик. Я не знаю, это правда или нет. Так. Я ебал это чекать. Так. Теперь чел говорит, что они... Кто, черные дыры? Когда растут они, на них не работает... О, блядь, черные дыры? Да-да-да-да. Ты уточняй, так. Когда они растут в размере, понял? Так. На них не работает, вот, как это, хуйня, то, что квадрата куба, правильно? Кто, блядь, какого понял? Квадрата куба, блядь? Алло, майнкрафтер ебучий. Ну смотри, у тебя коробка, да? Так. То есть ты, когда увеличиваешь коробку в 2 раза, так. Вместимое в ней увеличивается на сколько? 4 раза, потому что квадрат от ну да, вот, 4 раза, вот-вот. А у черной дыры так не работает. У нее увеличивается вместимость только в 2 раза. То есть она ёбнутая. Понял? Подожди, вот Андрей, знаю, ты правда, в 2 раза увеличиваешь что, радиус или объем? Не, ну размер. Ну. Ну, у тебя когда в 2 раза становится то есть... больше куб, то у него вместимость тоже в 2 раза больше становится. 4 раза. Чел, ну он стал больше в 2 раза, если у него объем да, стал... Да, но вместимость 4. Блять, объем или сторона больше в 2 раза стала? Не, объем. Ну, вместимость в нем, внутри, объем. Ну, так объем он растет... Ну. Бля, иди на... О! Объем увеличивается в 4 раза. Чел, у тебя объем увеличивается в 4 раза, если сторона растет в 2. Да, так я ну про это вот, и говорю. Так а ты говоришь, ну. Если он вырос в 2 раза, то он вырос в 4 раза, но ты же ебанутый. Чё ты смеешься? Это не смешно, это пиздец, Андрей. Ну ты понял. Понял? Нет, я в ахуе. Да ты понял. Ну я понял, хорошо, чё ты от меня-то хочешь, сука? Вот, что они не работают. Мы будем увеличивать дыру черную сегодня твою, нет? Надо. Все понял, дело. Я вообще в ахуе, как они это узнали. Пошли они нахуй. Андрей, с транспортиром сидели. Я понял. Площадь растет в 4, а объем в 8. Да, это я понимаю, я просто не понимаю, что Андрей от меня хочет. Да, объем в кубически вырастет. Чел, блядь, реально сделал ник на лиге Андрей сосал. Блядь. Шизики. Ну, бывают такие игрокс, ну что поделать. Это чат, вы ёбнутые. Чтоб ты понимал, Андрей, просыпаюсь сегодня. Так. И открываю телегу, там мать пишет. Ну шо, как лига. Вот и думай. Имба. Чат, а я если Катарине в рот дам, у меня все вообще заруинится, да? Заново пойдет. Вообще все. Так, а чё я качал? Когда в лабу 4-ю пойдёшь? Да надо бы. Подожди, main hand accuracy 2800, а хп у меня 3200. Секунду, блядь. А, господи, блядь. Откуда мне столько accuracy вообще брать? Ну, мапы, на самом деле, я бы не сказал, что сильно падают. У боссов, кстати, нет хп-бара. Оправдание у разработчиков будет? Контента ты что качаешь? Потом буду ритуалы качать, как фрик. Я ебал ритуалы качать. Вот. Что вообще можно поделать? Тебе все равно надо пока качать до верха атлас, потом разберешься. Ну и хуйня. А, ну Даркрай векторы что-то даже совсем стоят. Крафтов пиздец дохуя, можно уже реально крафт-сервис сделать какой-то. А Mirror's Pole тоже ни разу не видел, только в пати МФ и в Affliction, но это не считается. Там, ну это как дивайн, блядь, с пола выбить. Блять, а как? Что? Чел засунул скидзарбаты и Determination? И чё за хуйня, у меня 25 маны. Ну, ноды что на резерв, может, у тебя какие-то невзятые или мастерка. Не вижу вообще. Ищи ошибки. Ну, в прошлой лиге 25 маны ещё может быть нормально, сейчас как будто бы насрано. А, ну, а на резерв мана 31, я понял. Вентер возьми на резерв, я тебе. Якась хуйня. Интересно, сколько Adornet на 100 будет стоить? Хотя бы дивайнов 30 будет? Какой же кринж разраба сделали, конечно. Я еще не респектнулся, так нет нихуя на трейде. То, что надо. Ну и валюты у меня нет. У меня один дивайн остался. Я купил часть. Остался один дивайн. Появляю снова 4 часа, но там больше всего именно синих гемов. Ее сложнее всего поймать.
Так, а ты в какой лабе ее фармишь? Тебе за 4 раза ни разу не прокнул крафт конкретного гема в другой конкретный гем? О, это же хуйня, Transfigured гем, то есть это Айснова в Айснову, правильно? Но там может не та Айснова прокнуть, правильно? Да, блядь, Deep Freeze прокнула. Хуёво. Прокнул Deep Freeze, ебаный. Увы, прокнул Deep Freeze. Я вот думаю, что лучше, синий в синий или кинуть себе 10 квалити на Molten Strike? Я думаю, 10 квалити на Molten Strike лучше по Авераге. Все равно это буду делать. Ну, лаба фришная. Не повезло. Ну, мне на SSF зато повезло. Блять, а где этот... А долбоёб у меня есть в хайдауте? А я не могу забирать или что? А я не могу забирать? Проблема. Блять, я не могу забирать. Что, блять, как забрать, сука? А, крестик. Ебать, хуйня. После крафта меча кластера еще надо сделать. Мне за все время ни разу не прокнул нормальный attack speed на мече. Вот, и два attack speed. Заебись. Блять, и чё, и флоту просто крафтить со станка, наверное, и все? Или что мне делать? Ну, наверное, со станка просто флоту. И у меня еще вариант. Я могу, конечно, ее слэмнуть экзом попытаться, но как будто бы полная хуй. Это два атак спид, это лучший атак спид, который я могу поймать. Еще и стоп роллом. Я просто не знаю, что важнее, атак спид или флота. Сколько я могу вообще флоты накрафтить? Какой, ну, колд, наверное. Бля, чё так мало? Я как будто бы проебал где-то крафты. Как будто бы я проебал где-то крафты. А, ебать. Ебать, хитшивер 40C. Ладно, проебали. Adds fire damage. 55. Понял, идите нахуй. А это же не enchant, правильно? Это префикс или что это нахуй такое вообще? Что это, блядь? Это имплизит или что это? Тут просто не написано. А, enchantment. Все, enchantment. То есть тут можно флоты навонять просто с нихуя за одну руну. Так, 40 тысяч. Пора идти респекать немножко. А тут есть attack speed? Тут есть вообще. О, increase attack speed. Идите нахуй. Чё это, блять, вообще за цифры? Ну, короче, можно только флоты накинуть по приколу и все. Давайте я одну накину. Fire, наверное, лучше всего. У меня же Molten Strike. Black Morrigan 4,5 дивайна. Хуёво! Ну так в первый день линк. Это 6 линк же процентный. Прикольно, энчант бесплатный. Рекомбинаторы. Ну, блять, у меня до сих пор нет даже возможности их использовать. Так там еще и куча всякой хуйни надо. Ну, наверное, да, я просто со станка крафчу флоту вторую. И остались только кластера, да? Кластера и что еще? Джевела, кластера, шляпа. Как эта ебаная шляпа называется? 17C она стоит, но это похуй, роллов там нет вроде. Бля, она в резисты в минус уводит. За что, блядь? Почему нет функции пин человека, блядь, во френдлисте? Не знаю. Ну это тупость, ну типа, могли или избранные какие-то. В гильдии можно из-за того, что я создатель гильдии. Мне надо просто папнуться в гильдию. Это... О, hits can be evaded, могу теперь крафтить челом. Чат доступен, почти full крафт сервис. Интересует? А фиксили ту хуйню с прошлой лиги, то что у тебя ника эти сульфиты дают тебе мовспит, а так спит или что там было? Фиксили, но не сильно. Оно теперь не на всю мапу, а на пару минут, по-моему, на 2 минуты. Но ты обычно столько мапу и бегаешь, поэтому похуй. О господи, блядь. Я не знаю, с каждым разом все хуже, сука, и хуже. Что за пиздец? Ебать. Ну давайте попробуем. На 75 тысяч shipment value отправляю долбоебам. Сейчас привезут мне нихуя обратно. А ты всего по дохуя прям отправляешь, да? Там пыль пиздец дорого стоит. А чё? Она разве не должна мало стоить? Которая, этот, шмотки разбираешь, понял? Что, шмот? Что, блять? Какие шмотки? Ну, построй все здания, которые видишь. Ебало пиратов, блять. И реально рекомбинаторы, я в ахуе. А по...
А, да? А, это сын шлюхи с дубиной, такого знаем. Сын шлюхи с дубиной нам известен. Я когда эмэфил, вот ты когда эмэфишь и видишь этого хуесоса на Beyond мапах, ты уже понимаешь, что сейчас тебе ебало дубиной-то разобьют. Как в лесу огр прямо. А он дохнуть вообще планирует или ему попка на меня? Я просто не понимаю немножко этот момент. Просто по ощущениям ему на меня поебать. И это мне не сильно нравится, врать не стану. Что, блядь, с ним? Он же уёбище какое-то. Чё он такой жирный? Бля, сумасшедший долбоёб с дубиной. Сейчас приду к боссу, за 3 хита его убью, да? Долбоёб с дубиной бессмертный. Такая же база. Т1 лайф на кольце, это 114 теперь. Пиздец, ебанутые. Нормальный билд через отражающий кулак. Бля, вот бы на контратаках поиграть, ебануться. Как руны солнца добывать? Какие руны? Нихуя не понял. Ну руны, все, которые я получил, мне привезли с этих кораблей. Он по пару штук привозит. Я пошел снова сосать. Делай.